День космонавтики. Махмуд Атар Мухтаров сказал: «Поехали, Гагарин, ракета в космос понеслась». Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий и открытий, прогресса мира и труда, надежд, желаний и событий. Теперь все это навсегда. Наступят дни, когда пространство, кто хочет, сможет бороздить. Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй. Никто не сможет запретить. Вот будет жизнь, но все же вспомним, что кто-то первым полетел. Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он сумел.